В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» стартовало открытое первенство города-курорта Анапа по плаванию. На параде открытия спортсменов приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. В Анапу приехали гости-пловцы из Новороссийска и Геленджика. В заплывах принимают участие более 100 человек – мальчики и девочки в 6 возрастных группах с 2004 по 2007 год рождения. 8-летняя анапчанка Настя Пожалустина занимается синхронным плаванием уже 3 года. Ходить на плавание девочку убедил папа. Мне папа показал на компьютере, ну, как они там все делают. Мне как-то понравилось, как там ноги из воды поднимают, и я решила пойти. Первенство по плаванию является традиционным и показывает наглядно подготовку анапских пловцов. Соревнования проводятся по 5 дисциплинам. Из них 100 метров комплекс и 50 метров брас, кроль, на спине, баттерфляй. Мария Кононенко из Анапы занимается плаванием 2 года, но уже участвует не в первом состязании. В будущем Маша хочет стать чемпионкой. Было тяжело, очень трудно, устала. Дыхание прерывалось. 9 и 10 октября соревнования по плаванию пройдут среди возрастных групп 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения. Победителей и призеров на всех дистанциях наградят грамотами.